На войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? На борту самолета находится президент Варшавский и его дочь Алена. Русский президент летит в Гамбург, чтобы обсудить мирное соглашение с представителями НАТО. Правда зависит от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата – защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир – огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто чиркнет спичкой. Москва – это командный пункт. Направляемся в Гамбург. В небе чисто. Все команды докладывают о прибытии. Команда 1. Офис президента под контролем. Команда 2. На нижней палубе все чисто. Команда 3. Передний эшелон под контролем. Мы приземляемся в Гамбурге через 2 часа. Команда 1. Оставайтесь с президентом до посадки. Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Команда 1 в пути. Мне он не нравится. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Что ты ему скажешь? Правда. Ему это не понравится. Это не важно. Я здесь президент. Увидимся на обеде. Господин президент. Василий. Добрый день, господин президент. Господин президент. Господа, у нас только два варианта – война или мир, жизнь или смерть. И ради будущего наших детей господин мы должны пойти на мир тот момент, чтобы пытаться ублажать наших врагов. Мы уничтожим наших врагов, сделав их нашими друзьями. Если мы не можем разрешить наши... Выстрелы? Самолет захвачен! Кабина повреждена! Господин президент, укройтесь! Команда 3, доложите обстановку! Нам нужна поддержка! Черт вас дери! Команда 3, докладывайте! Всем лежать! Защищайте президента! Код красный, повторяю! Yeah, we're going.
вперед! Попытка аварийной посадки! Агент Харков, мы должны найти президента. 279, освобождаем воздушное пространство с кешей 211. Много погибших и тяжело ранен. Попытка определить расположение траектории заданы. Последние отмеченные положения в 240 километрах от Гамбурга, Германия. Прямо перед атакой захватчиков. Не наблюдали, хватит узел связи первого.
Вы знаете, чего я хочу. Вы сошли с ума! Россия захватит всю Европу, даже если к тому времени от нее останется пепелище. Дайте мне коды запуска, господин президент. Вы никогда их не получите. У всех есть свои слабости. Найдите девчонку.